позапрошлий раз брали трос, пробували з тросом. Ну, там потім роки з ним випутувати цю траву. І вирішили так, граблі і руками. Мне кажется, очистка Днепра – это одно из важнейших заданий для каждого кременчужанина на сегодняшний день. Ведь Кременчуг – это наш город, Днепр, такая прекрасная река. И просто я не могу смотреть на это, на эти водоросли. Ведь тут отдыхают и дети, и пенсионеры, и молодые люди. И мне кажется, если будет побольше вот таких людей, то Кременчуг действительно будет процветать.